это показывает Севастополь. Доброе утро. В эфире программа «Решаем сообща». Уважаемые телезрители и радиослушатели, сегодня среда. И, как всегда, в это время в эфире информационного канала Севастополя прямой эфир. Вы можете звонить по телефону 54-89-55 или в редакцию 54-48-62. На ваши вопросы сегодня отвечает Антон Робертович Тицкий. Он глава Ленинского муниципалитета. Следовательно, речь пойдет о жизни, о деятельности, о жизнеобеспечении района, в первую очередь Ленинского. Но, тем не менее, Антон Робертович готов ответить на любые ваши вопросы. Доброе и мы утро. Начинаем. Вчера вы совершили поездку, рабочую поездку, в которой принял участие губернатор города. Давайте прокомментируем, что это было за мероприятие. Ну, скорее всего, это... Я принял скромное участие в рабочей поездке губернатора. Наоборот, да? Да. Почему именно ваш район? Это, ну, скажем, это поездка, осмотр территории в рамках программы, над которой мы работаем уже там определенный период времени. Мы, по-моему, и у вас в эфире ее обсуждали. Это губернаторская инициатива, с которой Дмитрий Владимирович Овсянников вышел еще полгода назад по благоустройству наших дворов. Потому что все мы понимаем, что за там, 3 года люди хотят увидеть реальных перемен, потому что все прекрасно знают о том, какую поддержку оказывает и правительство Российской Федерации, и город в том числе. Да, и руководство нашего города. Вот, и хотят увидеть реальные результаты у себя во дворе, да, что меняется. Поэтому был проведен опрос в достаточно большом количестве дворов. В рамках этого опроса у людей выясняли... А кто проводил опрос? Мы проводили силами муниципалитета опрос вместе с департаментом территориального развития. То есть, ну, у нас как бы вот губернаторская инициатива — это такой проект, в котором мы с правительством работаем рука об руку, ставя перед собой две главные задачи: не подвести губернатора и оправдать доверие людей. Поэтому тут у нас полный тандем. Но я там живу неподалеку, я вижу, какими быстрыми темпами идет работа, ну, конкретно по ремонту вот этих внутридворовых дорог. Вы вчера именно этот адрес посетили? Да, ну, смотрите, мы побывали на нескольких адресах. Вчера это на Хрусталёва 59-61 и на Геловане 30, где подрядчики уже провели работу с людьми, выяснили, как люди выглядят и хотят увидеть свой двор, как они видят обустройство там съездов, да, с тротуаров и так далее. То есть, в принципе, работа ведется достаточно хорошо. Хорош еще тот факт, что подрядчики работают достаточно ответственно и успевают все сделать даже раньше срока. Ну, как губернатор оценил качество работ? Вот всегда всех волнует, как асфальт будет он долго держаться или буквально через какое-то короткое время начнутся эти ямочные ремонты? Вы же понимаете, что, естественно, для того, чтобы оценить качество выполнения работы, это уже вопрос, когда работы будут приниматься, будут соответствующие инспекторы, там, которые имеют квалификацию, и уверен, что подрядчик понимает уровень ответственности в случае нарушения ГОСТов и стандартов по проведению работ. Ну, вы как глава муниципалитета удовлетворены вот таким направлением работы? Конечно, единственное, я бы хотел, чтобы вся губернаторская инициатива реализовалась только в Ленинском районе, как глава Ленинского муниципалитета. Но на самом деле надо понимать, что это первый шаг в реализации этой программы. То есть в любом случае будут и детские площадки, и спортивные площадки. То есть это на 5 лет разбит этот план. Я уверен, что за эти ближайшие несколько лет, мы будем визуально видеть, как благоустраиваются наши дворы и как губернаторская инициатива реально на притворяется действие в жизнь. Притворяется в жизнь. Да. Куда могут люди обратиться со своими просьбами вот именно по поводу ремонта внутри дворов? Ну, конечно, обращайтесь в первую очередь в муниципалитет, пишите на сайт elmo.sev. Ленинского муниципалитета. Поэтому
Приезжайте на Гоголя 22, если вам удобно, оставляйте обращение. Мы будем стараться формировать списки, направлять их в департамент городского хозяйства и совместными усилиями продвигать вопросы о ремонте и благоустройстве и других дворов тоже. Но это же речь не только о тех дворах, которые мы объехали. Вот вчера вечером мы проводили общее собрание на Острякова 226, где тоже с жителями обсуждали, вот у них будущее. Там ведутся работы, да, но они очень так энергично настроены на детскую площадку. Там у людей очень много вопросов. Там я, если и готовы честно, помогать? Да, конечно, люди так достаточно инициативно воспринимают какие-то перемены к лучшему. Конечно, я понимаю, что есть, знаете, такая сложность, когда человек видит, что там, грубо говоря, в соседнем дворе что-то делается, а в моем ничего не делается. Это вызывает некий негатив, но... Зависть. Давайте так поэтапно. Начнем с незаконной торговли. Ну, мы как работали по незаконной торговле, по несанкционированной, так и работаем. Сейчас этим летом еще будем заниматься также сносом, благодаря тому, что начата процедура передачи государственных полномочий Дмитрию Владимировичу Овсянниковым в муниципалитеты. В частности, вчера и позавчера мы совместно с райотделом полиции проводили рейд на московском рынке, где вывозили мусор, вот после таких, как житель описывал, так называемой самовольной, да, торговли, там на коробках, ящиках вывезено было, там, по-моему, позавчера там 3 тонны, вчера около 3 тонны мусора? Да, то есть там объемно получается. Ну, это поддоны, это я имею в виду в машинном, в КамАЗном, КамАЗ, угу. В общем-то. Поэтому как бы работа ведется, да, и понимание там с органами правопорядка у нас есть, и боремся, стараемся. Сейчас в ближайшее время законодательное собрание будет вынесено предложение правительством. Вот на недавнем совещании Дмитрий Владимирович Овсянников поднимал тоже этот вопрос по увеличению административных штрафов, потому что сейчас они составляют там от 500 рублей, да, угу. И мы понимаем с вами, что, конечно, достаточно сложно такими карательными способами. Что такое 500 рублей для предпринимателя? А будут увеличены до 5000, и я уверен, что тогда наша работа совместно с сотрудниками полиции будет более плодотворной. Что касательно капитального ремонта, конечно, производится капитальный ремонт. Графики можно посмотреть в интернете, посмотреть, где в очереди находится ваш дом. Что касательно группы молодых людей, которые... А вот что значит, фасады? Они деньги, что ли, собирают? Нет, если собирают деньги, это маловероятно, что это законно, потому что... Что нужно? Нужно выиграть тендер? Нет, смотрите, то есть капитальный ремонт дома, он уже как бы в любом случае запланирован, да? Вот, в установленный срок, там, в период времени, он будет проводиться. Деньги, которые собираются с жителей за капитальный ремонт, и будут идти на решение этого вопроса. В том числе и на фасады, да? Дополнительно как-то сбрасываться там на это не имеет смысла. Ну, конечно, если это не внутридворовая инициатива, так надо сбрасываться. Если внутридворовая инициатива, это правильно. Вот. Угу. И крайний вопрос по 5-му километру. Вы плотно занимались, я помню, в прошлом году вы там действительно навели относительный порядок. Там вопрос был с выставкой пассажиров. Смотрите, во-первых, я так понимаю, что конечная транспорта будет переноситься на 7-й километр. Также там будет создаваться некий транспортный узел. Транспортная развязка 5-го километра будет полностью перестраиваться, потому что уже слишком близко к центру находится такое большое пересечение там всех маршрутов и так далее. Поэтому уверен, что... Это по генеральному плану или это... Нет, это не связано напрямую с генеральным планом, это связано напрямую с необходимостью. И если вы помните, речь об автовокзале на 7-м километре, еще Владимир Григорьевич Яцуба поднимал в свое время. Поэтому это
Ну, это я об этом первый раз это слышал. План. Да, я думаю, что, может быть, он поднимался еще. Это просто развитие города, это логично. Поэтому на 5-м километре, я думаю, в ближайшее время все будет видоизменяться. И проблема с тем, что из-за незаконной парковки не удается подъехать общественному транспорту, решится само собой, потому что все будет по-другому. В другом месте будет парковка, в другом общественном. Глава Ленинского муниципалитета сегодня у нас в гостях. Мы слушаем ваши звонки, слушаем. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Антон Робертович, у меня такой вопрос. Какова перспектива развития розничных рынков в городе Севастополе? Каким образом будет производиться реконструкция рынка в 5-го километра? Угу, и не станет ли это следствием несанкционированной торговли, как, например, по улице генерала Хрюкина? Снесли розничный рынок, и несанкционированная торговля фактически захватила жилой массив. Образовался стихийный свой рынок, как бы несанкционированный. Рядом с мусорными баками и так далее. Спасибо большое. Ну да, этот вопрос очень волнует людей. Речь идет о, ну, вы что, об организации рынков. Вопрос количества рабочих мест, которые дает 5-й километр. Поэтому, ну, конечно, да, это не будет решаться, не я просто уверен, там каким-то драконовскими методами, да, и это все это будет делаться полюбовно. В любом случае, рабочие места, я думаю, люди не потеряют. Ну, порядок наводить надо. По крайней мере, моя позиция в том, что, конечно, рабочие места надо создавать, но все это должно как бы не мешать уже развитию города. То есть тут должен быть компромисс, конечно. Возможно, придется как-то там что-то где-то придется потесниться, но это скорее вопрос к Кирпичникову, да, к управлению потребительского рынка, к департаменту. Ну, Вадим Михайлович обещал к нам прийти в эфир. Я надеюсь, что в ближайшее время он как ответит он на вопросы более конкретно. Слушаем вас, пожалуйста, говорите. Антон Робертович отвечает. Доброе утро, студия. Доброе утро, Антон Робертович. Хочется, прежде чем задать вам вопрос, отметить, что все-таки находят решение вопросы, озвученные в передаче «Решаем сообща». Так, спасибо, в районе, спасибо. Я уже повторюсь, и знаю, что вы навели порядок, в районе остановки магазин «Приветливый», это московский рынок, что убрали несанкционированную торговлю, что очень порадовало жителей. Это, грубо говоря, не санкционированная торговля, а просто была безобразная. Хочется надеяться, что это не компанейщина, а решение проблемы на этом пятачке. Но у меня к вам два вопроса. На этом пятачке выросли как два гриба мафы по производству и продаже выпечки и шаурмы. Неужели они отвечают нормам градостроительства и санитарным нормам? У магазина «Приветливый» в кармане для парковки машин также ведется торговля. Неужели она санкционированная? Ведь машины, нам нет места для парковки. Ну и вот еще такой вопрос. Есть ли в ваших планах благоустройство проспекта Острякова? Все-таки это продолжение центра города. Прошу посодействовать хотя бы спилу сухих сосен, которые стоят у дороги и портят весь внешний вид. Можно ли обязать работодателей, подчеркиваю, именно работодателей, расклейщиков объявлений, отмыть остановки и стены мафов на остановках? Ну и главный вопрос, вы уже коснулись его, ремонт дорог на том же проспекте Острякова. Дорога, ведущая от Силаевского рынка наверх, там уже давно разрыта, и улиц во дворах Острякова и Николая Музыки. Спасибо вам большое за ответы. Спасибо, спасибо за вопросы. Спасибо вам действительно на прошлой передаче. Вам этот вопрос по рынку задавали, и действительно там навели порядок. Ну, это что благодаря там системной работе сотрудников полиции, потому что, к сожалению, этот вопрос вот мы уже обсуждали в связи с, там, с малыми административными штрафами, да. Решить принципиально достаточно сложно. Ну, вот эта шаурма, действительно, она... Что касательно мафов. Ну, есть сомнения у меня, конечно, что они стоят законные. Там законно, да. Ну, что, будем актировать, там, слава богу, у нас и общественность подключена, там, и жители пишут, обращаются. Все это мы будем направлять в комиссию по незаконным торговым объектам, и комиссия уже будет отправлять это нам обратно с принятым решением, законно это или незаконно находится, и мы уже будем сносить, ну, то есть наши подрядные организации уже будут сносить. Поэтому будем бороться.
По поводу сухих сосен, что говорят специалисты? Деревья засохли, потому что... Ну, есть комиссия по озеленению города Севастополя, работает она достаточно эффективно. Мы с замом Андрея Сергеевича Чибисова, Романенко Евгением Юрьевичем, находимся там в плотном контакте, комиссия в его ведении, поэтому, ну, я очень рад, что у нас как-то вопросы по... Ну, по зеленым насаждениям, да, там по сухим веткам достаточно оперативно решаются. Что касательно конкретно тех, по которым обращаются граждане, мы всегда находим особенно поддержку. Особенно весной огромная работа была проведена по ликвидации сухостоя. Мы продолжаем работу в эфире, слушаем вас. Пожалуйста, мы говорите. Что-то забыли ответить. Доброе утро, уважаемая Светлана Алексеевна и Антон Робертович. Это вас беспокоит, жители нашего, опять-таки, Ленинского района, Гремычного. Вот недавно, вроде, ну, лет года 4-5, был ремонт на улице Гоголя, дороги. Сейчас на остановке университет, такая яма при подходе троллейбуса к остановке. В общем, дорога опять приходит, по-моему, в негодность. И во дворах, очень-очень-очень во дворах разбитые дороги. Вот на Гоголя, опять-таки, я хочу сказать, между 22-м и 22-а домом, здесь все машины идут, у нас же односторонние движение по Гоголя. Значит, они идут между домами 20-22А, идут туда вниз к площади Ушакова. Вот это в этом доме, в этой, вернее, дворе очень разбитые дороги. Очень. Обратите внимание на это. И дороги на улице Будищева тоже очень разбитые. И ну, в городке знаете, там, да? Во дворах. Будьте любезны, обратите внимание. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, дороги у нас всегда. Всегда главная обсуждаемая тема – ремонт дорог. Да, вот мы предыдущий еще вопрос, я сейчас отвечу и на этот. Он просто тоже связан с тематикой дорог. Смотрите, мы с Титовым проговаривали этот вопрос, и в принципе там и на Базарова на контроле у губернатора. Уверен, что в этом году закончат эту дорогу дублер, начнут ее делать. Сейчас там расторговывают, сметят, начнут, я думаю, делать летом, осенью закончат. Такая же ситуация. Где-то рядом будет идти ремонт проспекта генерала Стрекова капитальный. Там это будет серьезный достаточно проект, и там как бы и велодорожки планируются, обсуждаются, и разработка, и на, ну, как бы остановочные комплексы будут заменены, поэтому уверен, что будут хорошие результаты, и к концу года мы уже увидим, ну, реально масштабную работу по наведению порядка на одной из главных улиц города. Ну, то есть, я так понимаю, Антон Рубич, что ремонт дорог – это как бы не основная задача муниципалитета, это задача городского хозяйства, департамента городского хозяйства. Там есть жесткий график ремонта, там есть уже определенный и достаточно успешно выполняемый порядок. И дойдет дело до каждой дороги, я так думаю. Да я просто, насколько знаю, и видя тот объем все-таки и объектов, которые... вошел там в планы всевозможные, губернаторская инициатива и другие проекты. Ну, считаю, что надо подождать с ремонтом дорог осени, посмотреть, что получилось, а дальше уже поднимать вопрос о том, что делается, не делается. Спасибо большое. Мы еще слушаем звонки. Говорите. Говорите. Доброе утро. Доброе утро. Светлана Алексеевна, Антон Робертович. Вот сейчас пересаживают цветы на летний период. Но меня удивило, почему выкапывают кусты самшита на Приморском бульваре. Ведь это ценная порода, вечно зеленая. Так украшает зимой, ведь только зелень украшает, как говорится, наш город. А их почему-то выкапывают. Теперь второй. Почему у нас появились очень хорошие
контейнеры для мусора. Но почему у нас не разделяют мусор? Бумагу, стекло, только пластиковые бутылки отдельно. Ведь даже это же ценная мука, ну как, вторсырье, которое должно применяться. И вот еще третий вопрос у меня. Прошли слушания по генеральной застройке Севастополя, но не все смогли понять. Вы говорите, что вот обращайтесь на сайты в интернете. Я лично не пользуюсь компьютером. И вот мимо меня прошли многие вопросы. А почему бы не выпустить какие-то брошюрки с разъяснениями? Слухи, да? Ведь сколько макулатуры бросают разную в почтовые ящики, а это именно ценная для нас была бы информация. Угу. Ну, спасибо, извините. Спасибо. Спасибо за вопрос. Самшит, почему Самшит? По Самшиту не готов ответить, разберусь. У нас есть начальник целого учреждения, парки и скверы, да? Может быть, к нему Анохин? Может быть, к нему, а может быть... Почему? На каком основании? Какая-то подрядная организация по озеленению. Ну, люди у нас неравнодушные, вы видите, замечают даже мелочи. Да. Теперь по генеральному плану или по... Нет, по... Второй вопрос. Да. По контейнерам. Почему не разделяют мусор? Значит, смотрите... Нет в Российской Федерации опыта по разделению мусора. У нас есть более глобальная проблема с тем, что, прошу прощения, вынести. Переполнен полигон. Необходимо определение нового места полигона, что также будет вызывать определенную социальную напряженность. Мы прекрасно понимаем, что где бы ни располагался полигон, ну, мы не можем уже так сделать в 21 век на дворе, чтобы рядом не было людей. Поэтому... Естественно, это будет сложный вопрос, который нужно решать. Причем в ближайшее время, кто был на Кучмовской объездной недавно, я думаю, что для этим летом она будет, полигон будет опять красиво, только теперь так ярко гореть, видно так хорошо. Вот, поэтому вот в этом вопрос. Что касательно разделения мусора, ну смотрите, у нас... Под бутылки есть отдельная тара. Да, ну это по пластику, да, там понятно, что его перерабатывают, там картон. Есть такие моменты, да, то, что имеет, ну, как бы денежную целесообразность, то, что его отдельно забирают и так далее. Что касательно разделения, ну, во-первых, должна быть линия построена, линии нет, свалки нет, линии нет, нужно поменять полностью все контейнерные площадки. И один такой маленький, совсем небольшой нюанс, вот там моему соседу дяде Пете или Коле, надо объяснить, почему он должен взять вот с утра, и вместо того, чтобы все скинуть в один пакет, взять и разложить это по-разному. Вот пока ни один муниципалитет, ни один субъект Российской Федерации, насколько я знаю, не справился с этой задачей, объяснить дяде Коле, зачем это делать. Поэтому, ну, к сожалению... Это все-таки вопрос хороший, может быть, и можно в этом что-то сделать, но затратный, считаю, не своевременный, и думаю, что время еще не подошло, и запрос на это находится у части нашего общества, а частично людей больше беспокоят, ну, там, актуальные вопросы. Их беспокоит, чтобы вообще мусор вывозился вовремя. Да. Вот самая главная проблема. Да. Антон Урович, мы не будем с вами сейчас вдаваться в подробности генерального плана, проекта генерального плана. Почему? Потому что эта тема очень глобальная. Скажите, а где могут люди получить информацию о проекте? Департамент архитектуры. Да, ну департамент и как бы... архитектуры, но вот если, например, человек живет в Ленинском районе, нет, он хочет познакомиться с генеральным планом, куда он должен пойти? В департамент архитектуры. Но смотрите, ситуация следующая. У нас и сотрудники там работали с населением до дня проведения общественных слушаний. Уже, по-моему, ну, с этим генеральным планом просто. Ну, он есть на сайте правительства. Его уже видели все, кто только можно. Смотрите, какая ситуация с генпланом. Генплан нужен, но нужно, чтобы он не ущемлял интерес людей. Это позиция моя. Что касательно... Сейчас создана согласительная комиссия. Большинство вопросов у нас это на территории района. Это рынок, это Матюшенко... Это Куликово поле. Вот
гаражей. Да, там, где увеличение идет застройки этажности, смена с G2 на G3 или наоборот, я не специалист. Вот. Вот эти вопросы, они уже подняты, и огромное количество людей и на слушаниях, комиссия уже начала работу. И в письменном виде, да, уже сейчас будет начинать работу согласительная комиссия, и в письменном виде обращения людей были приняты, и в том числе и муниципалитетом продолжают поступать. Сейчас комиссия их обработает, уверен, что большинство из них будет принято. Следующий шаг – это передача этого документа в законодательное собрание. Вот на этом этапе, когда его будут принимать в законодательном собрании, естественно, люди будут оповещены о том, какие изменения в генеральный план что приняты, да, что учтено, что не учтено. И уже на основании этого людям будут понимать, да, там, все ли в порядке с генеральным планом, или есть ли у них еще остались какие-то опасения. Позиция губернатора довольно очевидна. Если не все будут, до тех пор будут работать над проектом, я так понимаю, Дмитрий Владимирович это несколько раз подчеркивал, пока не будут учтены все пожелания, так или нет? Да, так? Там очень много вопросов, но я уверен, что люди не останутся, потому что генеральный план должен быть для севастопольцев, а не севастопольцев для генерального плана. Спасибо большое, мы продолжаем работу. Слушаем. Говорите. Доброе утро, студия. Доброе Антон утро. Робертович, у нас проходит большой конкурс по строительству, ремонту детских площадок во дворах. А нельзя ли провести конкурс спортивных площадок хотя бы Ленинского района? Я знаю, вы часто бываете на спортивных соревнованиях, всегда в спортивной форме и открываете соревнования. Это первый вопрос. И второй. Шахматисты лишились шахматного клуба. Приходят в детско-юношескую спортивную шахматную школу по улице Большая Морская, 50. И они очень просили задать вопрос. У нас стоят столы около нашей ракушки шахматные. Впереди жаркое лето. И, во-первых, сами столы неудобно расположены именно в этом месте. И если не будут переделывать их местонахождение, то хотелось и просят ветераны, чтобы как-то накрыли сверху, что очень жаркое солнце, и им тяжело играть под солнечными лучами. И серьезная проблема этих шахмат. Угу. Вот такие вопросы. Спасибо. Вам, как молодому спортивному руководителю. Спасибо большое. Самый дружный двор. Итоги подведены этого конкурса? Нет еще? Он продолжается? Итоги самого дружного двора подведены, скоро будут объявлены. Что касательно... Самая лучшая спортивная площадка. Можно такой конкурс объявить? Смотрите, вот в рамках губернаторской инициативы будут также и спортивные площадки, поэтому я уверен, что сейчас идет осмечивание там, тех предложений, которые муниципалитет в том числе делал, поэтому я думаю, в этом следующем году начнется работа по строительству спортивной площадки. По дюшке и ракушке, извиняюсь за рифму, будем... Посмотрите, да? По крайней мере, ваши специалисты выйдут на место. Еще вопрос, Антон Рудович, вы отметьте эту ручку. Доброе утро. Алло. Да-да, мы вас слушаем, говорите. Извините, это вас беспокоит пенсионер, житель нашего родного города Севастополя. У меня вопрос такой. Подходит сезон туристический. К нам люди сейчас будут ехать очень много. Но наш центр города выглядит как зебра. Этот вопрос и в славе Севастополя поднимался. У нас все нижние этажи города покрашены разными цветами. И здания города выглядят зеброй. Значит, не знаю, как вы к этому относитесь, но гуляя даже по городу, идя по центру города, очень и очень режет это глаза. Mm-hmm. Все дома, раньше было одна единственная, как говорится, белая покраска, и все было отлично. А сейчас розовая, в общем, разных оттенков покраски первых этажей, ну, некоторые еще захватывают второй этаж, а третий вообще уже древние покрашенные. То есть центр города выглядит как зебра. Это один вопрос. И второй вопрос. На площади Ушакова есть смотровая площадка.
Во-первых, она не убирается. Там грязи по колено. Во-вторых, ее сейчас начинают оккупировать перед летним сезоном. Одна кофейня работает, напротив строится, вернее, делается, монтируется вторая кофейня, протянуты проволоки для тентов, то есть летняя смотровая площадка будет у нас не смотровой площадкой, а торговый центр. Вот такие у меня вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Наша программа так и называется «Решаем сообща». Итак, ну, Ушакова, вы в курсе? Где там находится эта площадка, и то, что там постоянно выставляется какая-то торговля, это каждогодичная, по-моему, проблематика. Ну, боретесь вы, да. Да, ну, как бы, смотрите, ну, что, будем пытаться что-то решать, выяснять с управлением с департаментом потребительского рынка и торговли, будем прорабатывать этот вопрос. Что касательно уборки, ну, я попросим, чтобы ГБУ парки и скверы обратили свое внимание на центр города. Нет, надо немедленно, наверное, все-таки повышать штрафы за, вот, за наведение порядка. Если предприниматели не справляются с такой задачей, то, наверное, стоит и лицензию у них отбирать. А что касается фасадов, это тоже вечная проблема. Согласен, вопрос очень хороший. Очень застарелая проблема. Как бы, что, как мое личное отношение, ну, конечно, Севастополь должен быть белокаменным, но я не вижу пути решения, ну, то есть механизм. И этот вопрос вот в рамках праймерис, проводимых «Единой России», вот Дмитрий Владимирович Овсяников вот тоже задавали, вот он ответил на него примерно так же. То есть подскажите механизм, каким образом это сделать. Ведь, то есть есть... Там, человек, взял в аренду помещение и почти первый месяц... Нет, это памятник архитектуры, не может человек взять и покрасить там в какой-то особый цвет. Но речь идет, я так понимаю, в первую очередь, ну, там афиши, это все со временем будет убираться, о том, что, ну, фасады приходят в негодность просто, да, там, в какие-то периоды времени, там, возможно, там что-то испортилось, там, и так далее. Но для того, чтобы вот зачистить все и вернуть первозданный белокаменный вид, ну, у домов разные периоды, там, капитального ремонта фасадов, да, там, это некий процесс, который, к сожалению, вот одним махом его не решить, тем более, что это находится на территории исторического поселения. Спасибо большое. Еще вопрос. Слушаем вас. Алло, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот Коломийце 6. Там идет стройка жилого комплекса огромного, там несколько должно было домов многоэтажных. Мы боремся, это родительский комитет школы 22 и родители, общественность вот соседних домов, боремся за то, чтобы приостановили. Даже была беседа, выступал перед нами в школе 22 Овсянников, губернатор нашего города. Вот на какой стадии решения этот вопрос? Он уже несколько раз перепродавался от одного хозяина другому, потом приостанавливался, опять возобновлялся. Вот на какой стадии сейчас этот вопрос, решение этого вопроса? Будьте любезны. Спасибо большое, спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что против школы искусств никто выступать не будет. Насколько я понимаю, на этом прения между правительством и жителями, предпринимателем, как бы, остановились. Это будет 3 этажа, школа искусств. Я бы хотел видеть там и филиал Севастопольской художественной школы, потому что у них есть сложность с площадями. Вопрос с Дмитрием Владимировичем Овсяниковым мы обсуждали. Он как бы поддержал мою просьбу. Ну, то есть все сейчас в процессе работы, ну, договоренность между застройщиком и правительством, что это будет социально значимый объект. Еще вопросы, наверное, он будет последним. Осталось 2 минуты эфира. Пожалуйста, будьте лаконичны. Слушаю. Алло. Сорвался вопрос. У нас осталось очень немного времени. Я благодарю всех, кто к нам звонил. Я думаю, что в течение сегодняшнего дня могут обратиться еще и в приемную.
Антона Робертовича. А где у вас находится офис? Мы сейчас перебрались на Гоголя 22. Гоголя 22. Приемный день у меня по пятницам. Жду гостя. И во сколько у вас начинается прием? У меня прием с 4 часов, но в пятницу надо заранее после обеда. Можно записаться, можно просто прийти, никакой проблемы нет. Спасибо большое. Найти меня несложно. Я не иголка, я крупный такой паренек, поэтому. Спасибо. Ну и ваше обращение к жителям Ленинского района, вообще к севастопольцам. Что сейчас у нас на повестке дня? Что самое главное сегодня для муниципалитета, для города, для вас? Да вы знаете, я вот, исходя из вопросов, для меня главное, чтобы там ответственность, да, и то доверие, которое оказал губернатор с вот процессом передачи полномочий, с его инициативами, мы оправдали, потому что, допустим, по незаконной торговле я очень переживаю о том, чтобы у нас конкурсная документация по определению подрядчика прошла нормально, чтобы ФАС не наложил ограничения, да, то есть чтобы мы действительно не словом, а делом смогли приводить Ленинский район в порядок. Поэтому этим озадачен, этим озабочен, об этом и думаю. Вот. А что сказать жителям района, как всегда... Будьте активны. Да, будьте активны, выходите с инициативой, жду в гости. Вот. Всегда буду рад оказать содействие. И сделаем наш город самым красивым. Согласен. Это была программа «Решаем сообща». Сегодня на ваши вопросы отвечал Антон Робертович Тицкий. Он глава Ленинского муниципалитета. Я благодарю всех, кто к нам обратился. И я надеюсь, что, как и в прошлый раз, вы в рабочем порядке рассмотрите вот эти обращения, которые сегодня поступили. Мы об этом обязательно расскажем. Над программой работала творческая группа радио и телевидения информационного канала «Севастополь». Редактор по телефону Наталья Григорьевна. Звукорежиссер Дмитрий Воробьяк, режиссер и оператор программы Игорь Петрушак. До новых встреч в эфире. Была программа Светлана Цыпалева. Всем самого-самого доброго. До свидания.